Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня у нас Ultra HD телевизор Samsung 55NU 7500 2018 года выпуска. Модель относится к бюджетной ценовой категории среди топовой линейки Samsung. Список актуальных цен на сегодняшний день вы можете узнать по ссылкам в описании. Диагональ экрана 55 дюймов, разрешение Ultra HD 3840 на 2160. Подсветка Edge LED, матрица VA, глубина цвета 8 бит плюс технология FRC. Частота обновления 60 Гц. Насладитесь четким изображением на экране 4K UHD телевизора, панель которого содержит в 4 раза больше пикселей по сравнению с FHD телевизором. Теперь вы сможете различить в каждой сцене мельчайшие детали. Насладитесь оптимизированными для просмотра цветом, четкостью и уровнями контрастности. Интеллектуальная технология подсветки UHD Diamond делит экран на небольшие блоки для более точной передачи деталей. HDR позволяет видеть больше деталей. Смотрите HDR-контент с улучшенной четкостью и точнейшей цветопередачей. Телевизор Samsung UHD обеспечивает более точную передачу деталей в самых ярких и темных сценах. Технология Dynamic Crystal Color. Благодаря динамичным и четким цветам изображение на экране потрясающе реалистичное. Однажды оценив преимущество изображения с расширенным диапазоном цветопередачи, вы не сможете вернуться к просмотру контента на обычных телевизорах. Усилитель эффекта глубины изображения. Почувствуйте новый уровень полного погружения в происходящее на экране. Технология Auto Depth Enhancer изменяет контрастность объектов переднего и заднего плана, размывает предметы фона. Благодаря этому создается эффект пространственной глубины изображения. Steam Link. Оцените высокую скорость ваших ПК-игр на экране телевизора через Steam Link. Играйте в ваши любимые компьютерные игры на большом экране, получайте удовольствие и забудьте ваш игровой опыт на небольшом мониторе. Оптимальное расстояние от глаз экрана телевизора для просмотра UHD-контента с данной модели телевизора 232 сантиметра. Изогнутый экран, контуры которого навеяны природой. Природная кривизна экрана телевизора привлекает взгляд и поднимает уровень декора интерьера на новую высоту. Тонкий дизайн. Современный, гладкий и тонкий телевизор гармонично впишется в интерьер вашего дома. Система скрытых ТВ-проводов. Сделайте 3 шага, чтобы спрятать все лишние провода. Шаг 1. Подключите провода. Шаг 2. Вставьте провода в кабельную канавку на задней панели телевизора. Шаг 3. Аккуратно пропустите провода внутри подставки телевизора. Никаких видимых проводов. Размеры телевизора 123 см в ширину, 71 см в высоту, толщина 10,3 см, вес 17,7 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. В комплекте предусмотрено крепление веса 200 на 200. Стандартные разъемы, которыми оснащен телевизор. Один композитный, один компонентный, 3 HDMI 2.0, 2 USB 2.0, один разъем для локальной сети, один вход для кабельного ТВ, один вход для спутникового ТВ, один слот CI плюс 1.4. Присутствует один оптический аудиовыход, Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Операционная система Tizen 4.0. Получайте уведомления на экран вашего телевизора об обновлениях ваших домашних IoT-совместимых устройств, напоминания от календаря и уведомления о загрузке вашего любимого контента. Наконец, вы можете получить эти уведомления на вашем смартфоне. Получите доступ к большому ассортименту контента для 4K UHD и контента с поддержкой HDR. Сервис TV Plus предлагает последний контент и фильмы в удивительно высоком разрешении, так что вы испытаете совершенно новые ощущения в комфортной атмосфере вашего дома. Интеллектуальная система управления Smart TV. Быстрый, удобный и интеллектуальный способ управления Smart TV. Универсальный пульт DU, ваш персональный помощник, выполняет роль простого хаба, позволяющего управлять всеми устройствами. Больше контента — легче доступ. Никогда еще управление телевизором не было настолько удобным. Не тратьте время на список того, что вы хотите посмотреть еще. Универсальный гид не только покажет вам популярный контент, но и порекомендует контент, специально предназначенный для вас на основании анализа ваших предпочтений, который он сделал за последние несколько месяцев. SmartThings превращает телевизор в центр управления вашими устройствами, поддерживающими функцию «умный дом» от смартфона до бытовой техники. Это дает вам возможность в реальном времени управлять и контролировать состояние оборудования вашего умного дома. Приложение SmartThings App оснащено функциями универсального гида, пульта ДУ и панели управления. Универсальный пульт One Remote Control, которым легко управлять подключенными к телевизору устройствами с помощью одного универсального пульта ДУ.
Этот пульт оснащен функцией автоматического определения источника сигнала, позволяющей автоматически активировать выбранное устройство или источник видеосигнала. Легко найти, легко использовать. Только один пульт ДУ. Синхронизация и обмен с контентом. Воспользуйтесь преимуществами облачного сервиса Samsung Cloud. Для синхронизации фотоснимков необходимо подключить к облачному сервису смарт-устройство Samsung. Теперь после синхронизации телефона с облачным сервисом вы сможете просматривать фото со смартфона на экране телевизора. Выходная мощность 20 Вт, 2 по 10 Вт динамика. Поддерживает Dolby Digital Plus и Multi-Room Link. Звук можно передавать по Bluetooth. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и не нашел отрицательного мнения у обладателей данной модели. Поэтому расскажу вам о положительных сторонах. Просто в восторге от картинки и цветов. Смотрю все сериалы заново, перекачала их в нормальном качестве для просмотра. Очень качественное изображение. Очень большой экран, прямо наполовину стены. Пульт тут ловит из любого угла комнаты. Также, если он потерялся, то телевизором можно управлять со смартфона. Изогнутый экран — это бомба. Самый настоящий кинотеатр дома. Телевизор стоит каждой вложенной в него копейки. Возможно, вы станете владельцем данной модели и поделитесь в комментариях с нами своим отзывом о телевизоре. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель телевизора вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор. Всем пока!